Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы с вами находимся на одной из страниц нашего сайта, а именно на странице номер один. Называется она «Документы». Вроде бы сайт у нас простой, но иногда у людей возникают вопросы, где и что у вас найти на сайте, ленятся ли или еще как-то, но совсем у нас все просто. Главная страница и страница «Документы», можно сказать, что это, в общем-то, основные наши страницы. Ну, кроме того, понятно, что здесь есть страница юридическим лицам, физическим лицам. Полностью вся информация о нашей продукции, что мы предлагаем, качественные, количественные, автоматизированные программные средства, методики и так далее, и так далее, и так далее. Наши уникальные разработки и так далее. Но сейчас я хотел бы поговорить именно о одной из основных наших страниц, а именно страница «Документы». Если вы на нее нажмете, вы окажетесь вот на такой странице. В самом верху у нас идут договора, которые мы заключаем. Всего их 5. Соответственно, это договор по дистанционным психологическим обследованиям, оплата по предоплате, договор услуг по дистанционным ПФО, оплата по факту выполненных работ и так далее, и так далее. Вы можете запаузить, хорошо все видно. Можете почитать, какие рыбы договоров у нас на этой странице находятся. Кроме того, если у контрагента юридического лица возникает вопрос, а сколько же стоит наше обследование дистанционное, он вполне может себе скачать вот такой запрос на прейскурант цен. Там очень четко прописано, какие деньги мы берем за то, чтобы оказывать наши услуги. Кроме того, очень интересным являются файлы прейскуранты цен для физических и для юридических лиц. Собственно, это видео и снимается для этого, поскольку несколько вопросов буквально тоже за прошедшую неделю было посвящено, где ваши прейскуранты. Они у нас находятся на странице 1 «Документы». И здесь, соответственно, можно скачать прейскурант для физических лиц и прейскурант для юридических лиц. Кроме того, здесь очень важные моменты информирования наших контрагентов, психологов, коллег по поводу того, как и что мы работаем, как оказываем мы наши услуги. И очень важная таблица в конце всего этого, основные документы научно-прикладного центра АКМЭ. Тут все документы одним архивом, вот он 9 мегабайт весит и так далее. То есть существует у нас 532 приказ, благодаря которому мы живем, существуем. Акт аттестации нашей лаборатории, то есть мы не просто какая-то сторонняя организация, мы официально аттестованы на право ведения работ в области атомной энергетики, психофизиологических обследований, ну и так далее, и подобных вещей. Карточка нашего предприятия в варианте Office Doc и вариант PDF. Контактная информация ООО НПЦ АКМЭ, наши патентные свидетельства, политика нашей конфиденциальности и даже устав PDF. PDF-формате, устав нашего общества ООО НПЦ АКМЭ. Вот такая вот основная наша страница, и люди почему-то затрудняются иногда в поиске вот таких элементарных и простых вещей. Страница номер один – документы. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!